А, наверное, очень дорого было, да? Я вычту из твоего первоначального заработка. А вы вам не сильно разочарованы? Так, Олеся, Оксана, я не знаю, как лучше. Давай начнем с того, что не надо меня называть на «вы», окей? Тебе не 12 лет. Во-вторых, не относись ко мне как к какому-то гуру, я не знаю, мастеру. Я просто директор модельного агентства, который видит в тебе чисто свое бизнес-положение и все. Выгоду, понимаешь? И в-третьих, кто я вообще такой, чтобы ты переживала, разочарован я или нет? Я же не отец твой. Да вы сделали для меня больше, чем кто-либо когда-либо, и я вас так разочаровываю, у тебя, и можно немножко попозже на выгулу, если будет это попозже? Да ну будет, конечно, ты чего? Ты же не убила человека, ты просто орла освободила на Красной площади. Ладно, господи, не переживай.